что? Это что, пистолет у меня? Вау! Опа! Бургерное дерево, вы где такое видели? Что? Что? Так, так, так. Господи! Господи, а чё? Я не ожидала просто. Ну, привет. И обычно в начале видео я говорю, куда мы пришли. Но сейчас будто бы не хочется называть это место, потому что, ну, как-то неприятно оно звучит. Потому что, ой. Ну, да, и, наверное, пахнет тоже, потому что эта игра называется... Что-то там канализация. Ну, в общем, мы сегодня обитатели... Мы черепашки-ниндзя! О, ладно, все, меня устраивает. Чур я не сплинтер. Крыски. Слушайте, а нас куда-то ведут, тут какие-то шаги. Нам надо по ним идти. А меня уже не ведут, кстати. Я уже не помню. Это типа такой туториал. Вы там должны что-то взять, кажется. Налутаем в мусорке тупо. Вот. Блин, как же я ненавижу, когда управление изменяют. О, бургер! Мыш! Это крыса. Это наш сплинтер, возможно. А, они кусаются! Они кусаются, да, реально? Да, это не сплинтер. А сплинтер вообще кусался? А где ХП? Ну, наверняка кого-то в жизни он кусал. Боже. Справа сверху, мне нормально. Наверное. Такой звук классный. Так, ну это Икея, я правильно понимаю? Ну, да, но только в канализации. Ну, по идее, да, ты собираешь тут еду, можешь ее складывать в инвентарь. Вот, можешь строить себе убежище. И у нас пока что день. Ага. Поэтому мне кажется, нужно построить что-нибудь, чтобы спастись от кого-нибудь. Вот с нами тут кто-то... О, господи, это кто? А, ясно, это ребята, которые тут живут. И они тут продают нам всякое такое. Всякую еду, видимо. Фу, еду. Какое? Всякую... Ну, в общем, все, что за робоксы. Вот, валик какой-то. Зачем нам красить стены? Ничего себе, я сейчас столько собрала бесплатного. А я что-то вообще, я, если честно, как-то ничего не делаю, я просто ходила и ничего, вот собирала только еду. Что? Это что, пистолет у меня? Вау! Опа! Интересно. Да, я каждый раз на Е нажимаю, да что ж такое? F поменять на Е, это, конечно, конечно, молодцы, конечно, да. О! Ёши. А давайте... А когда будет ночь, подождите. Ну, я не знаю, когда она будет, потому что времени тут будто бы нет. И, ага. Ну, по крайней мере, я его не вижу. Нужно, в общем, смотреть на небо, которое вон там, где-то наверху. Понял. Вот, да. Поэтому я предлагаю вообще что-нибудь построить, чтобы на всякий случай... Ну, да что ж такое? Я согласна. Тут, кстати, есть какие-то классные стеклянные блоки прям. Ага. Да. А я вот взяла да-да-да. Деревянную досточку, палет. А где будем строить что-то? Там, где ты? Давай, я к тебе тащу тогда, ну, палет. Давайте, да, давайте, да, как-нибудь уже встретимся, чтобы. Вот давайте вот сюда, вот, в уголочек. Давай, давай. Отлично. Где вас найти? Я не знаю. Я не знаю, как. Да что ж такое? Да я каждый раз путаю Е и F. А, левой кнопкой мыши можно просто брать и ставить. А, да? Блин. Да. Да. Я что-то забыла. Но я запуталась просто в этих кнопках. Ужас, ужас, кошмар. Я, если что, делаю нам пол. А что, почему он не крепится? Ребят, я вообще не знаю, в какой вы стороне. Зелененькая же, здесь зелененькая. Ну, потом... О! Так, ну что, произошли технические шоколадки. У меня выключился свет. И, в общем, да, мы снова здесь, мы на связи. Но только мы не нашли друг друга. Нужно сначала еще друг друга найти. И ну, тогда... мы с Ёши тут рядышком. И у нас тут такой склад, столько всего. Вау, а тут колокол. О, что это? Господи, это что такое? 8 бутылок, и я что-то могу купить? Вот так дела. О, ничего себе. Интересно. Вау, это прям я могу что-то скрафтить или купить? Это магазин. Это магазин скорее. Или нет? Нам нужно собирать бутылки, вот это я точно знаю. Я их столько насобирала в прошлый раз. Ага, все, понятно. О, бутылка. У меня есть 2 бутылки. Блин, крысы на самом деле немножко, ну, пугают. Как-то смущают они меня. Так, за 2 бутылки я могу что-нибудь сделать? Нет, только 4 бутылки, и тогда палет. Я, знаете, ладно. Что хочу вам сказать? Очень рекомендую, очень рекомендую отстроиться, потому что в прошлый раз меня, между прочим, убил какой-то монстр. Ага, меня тоже. Ага. Очень опасный. О! Так что поддерживаю.
Здравствуйте. Я согласна. Ночное строительство. Да, я согласна. О, привет. Привет, привет. А где вы? Где на вы? L. На L. Хотела сказать левая кнопка мыши. И сказала на L. Мы там, где... Ну, а ты же Йоши видела? Вот мы там. Видела, но в разные стороны ушли. А, не знаю. Если что, Йоши, вот там вот прямо идешь, потом налево за угол заворачиваешь, и там вот можно что-то скрафтить. Хорошо. Хотя будто бы не очень полезно, если честно, но, возможно, мы когда-нибудь этим воспользуемся. О, а я вот там, где можно скрафтить. А вы можете сюда прийти? Ну, давай. Я уже... Ну, ладно, я попробую. Так, прямо, потом налево, кажется. А, вот, вот же. Вот, да? Этот фонарь я помню. Это вот мне вот сюда. Или нет? Так, налево, так, потом, блин, направо. Только не потеряйся, пожалуйста. Блин, подождите. А куда? Я вижу тут фонарь. Я помню этот фонарь. Я помню этот фонарь. Я мимо него пробегала. Я просто немножко соврала. Пока, может быть, звонит. А, вот, сюда. Да, все, нашла. Ладно, подожди, а где ты? Я вот, напротив крафта. А, тут не один крафт? Ну, видимо, нет. А ты зашла в крафт? Может быть, хана. Тебя, ну, модельку твою не, убирают? Нет, я вышла, вот, я отдельно стояла, смотрела. О, бутылки. Понятно. Что там бутылка? Кровать! Слушайте, нам нужна кровать, надо же спать, правильно? Ага. Кровать. Но она одна пока что. Ну, мы еще найдем. Нам друг друга будем найти. О, Лен, я тебя вижу! Ядерки по очереди спать. Нашлись! Стоп, подождите, так это ж я строил. Подождите, вот а вот строил. Тут меня убили. А все, прогресс остался? Хотя мы ушли с сервера, ребят. Круто! О, да, мы свалились с сервака, когда Ульяна решила вылететь. Ну да. Ну, не я решила. Ну, это да, строго решил. Говоря. Кто-то да. за меня, да. Ой, я хотела, если честно, я по привычке, ну, в Икее же у нас много всяких предметов, потому что у нас же там випки, и ты можешь строить даже из кровати себе дом, вот, а и здесь есть кровать, и я хотела ее как крышу прикрепить, потому что я привыкла, что у нас много кроватей. Да-да-да. Вот, а здесь нет, здесь ограниченное количество, поэтому кровать будет выполнять роль кровати. Зачем я опять занимаюсь этим? Зачем я собираю мусор? Смотрите, я нам скрафтила что еще делать? Штучку, которая крафтит эти бутылочки. А, да, вот за 8 бутылок, кстати, можно скрафтить эту штуку, которая крафтит бутылки, забавно. Да, и бутылок тут уже больше 8, уже 9. О, у меня 40 в инвентаре, ничего себе. Ого, так, спасибо, Ёша, за домик. Можем еще. Да, давайте я почти фонарь закончил. Туда притащим. Ребята, что если... Давайте притащим фонарь. Да. Подожди, это же мой этот... как это называется? Маяк, хотела сказать. Ориентир, чтобы пройти к крафтилке. Ну ладно. Вы знаете, что я подумала? Я подумала, что вот этот добытчик бутылок, он ворует бутылки, которые лежат свободно на карте. Ой-ой-ой, ребят, скорей, достраиваем. Я бегу. Достраиваем. Ой, ладно. Я просто зайду. Че вы думаете по этому поводу? Че вы думаете? Не знаю, Ульян. Извини, пожалуйста. Я не знаю, почему я такой акцент сделала на че. Я просто... Ну, просто очень мне интересно. Окно. Его поставить. Слушайте, нам не поможет. Еще одно окно. Как не поможет? Тут они пролезут. О, у меня есть палет, подождите. У меня есть палет. О, да, у меня тоже, кстати. Что тут? Где тут? В инвентаре у тебя. Да вот тут сбоку. Нет, я говорю... Где тут можно пролезть? Ну вот, смотри. Сбоку. А, ну так сделайте. А что же вы тут вот так вот поставили вот эту вот штуку? Ребят, я застряла. А у меня там решетка. На R. Сейчас сделаю. Давайте вот так вот сделаю. Сейчас. Я починю. Я починил. Готово, молодец. Ребят. Нам бы какой-нибудь светильник классненький. А так можно вот я он немножко есть. Сейчас вот так центрее сделаю, чтобы... Во. О, хорошо. Лучше? Ага, здорово. Вот тут бы еще прикрывать, а то могут пробраться. Они такие. У меня очень много палеток. А мы же, кстати, их еще не встречали. Ну, это ты не встречала, Лен. Ха-ха. А, точно. Так, я слышу, как будто их. О! Вроде бы рядом, нет? Да. Но вы не слышите? Ой. А почему здесь у нас как-то странно стоит досточка? Так, это что? Досточка нормальная, это металлолом стоит странно. Слушайте, я тут подумала, а что если здесь проблема, как в Икее была когда-то? Ага. Что да. Когда ты строишь вместе, то у всех по-разному все. Не, ну у меня металлолом тоже странно стоял, поэтому я... Все, вот так лучше, да? Да, хорошо, да, металлолом отлично. Стоит? Все, здорово, отлично. Вот тут палет, вот тут вот, он стоит просто как-то
А, это правильно. Я знаю, ты просто закрепил. Ну, типа, ок, тут можно и выйти, и никто не зайдет. А, ну хорошо. Что там? Кто-то прошел? Да нет, это ты пришла, немножечко помешала, все нормально. А, ой, прошу прощения. Я просто не видела, что это ты, я думаю, кто у меня перед лицом ходит. А, я просто все щели решила позакрывать. А я вот одну оставил для того, чтобы можно было пройти. Вот здесь, смотрите, вот это маленькая-маленькая. Да, это я там вижу, да. О боже, фу, ладно. Да сначала там топ-топ-топ, я обернулся, там Лана, и я чуть мышку не выронил. Он там идет! Я закрыла, тут закрываю, потому что он прям в эту сторону шел. Да, все нормально, ребят. Он просто стоит и смотрит на нас. Он вот в этой стороне. Кстати, а вам нужны фонари? У меня есть 3 штуки. Спасибо, нет, вроде бы. Фонари? А для чего? А, они светят хорошо. А, у меня был фонарь, но его уже нет. А вот так, если выкину. О, слушайте, потребность еды есть. Прикинь. Да. Я поем. Вот смотрите, куда я смотрю. Вот куда я смотрю, видите? Вот в той стороне кто-то есть. Да, я его позакрывала чуть. Вот там, вот за этими палетами. О, он дышит! Ульян, вот так подойди, посмотри на него. Так. Господи! Господи, а что он... Я не ожидала просто, как он выглядит. Да, это он убивает как раз. Слушайте, а помните мультик, там такой из металлолома монстрик хороший, добрый, как он так называется? Да, я помню. Ну, в общем, он похож сейчас немножко. Сейчас какой-то там... Похож? Нет. Что-то, ну вот, что-то... Еще такой классный там робот нет. Этот. Да, я помню, не могу вспомнить. Ну ладно, но он похож. Ну, в общем, я думаю, вы меня все поняли. Подождите, а это у него там что горит? Что у него там? Ой, он даже дышит что-то. Ушел! Он ушел! А потому что утречка, потому что мы можем уже идти. А как нам... А сесть можно? А где у нас сесть нельзя? А, вот тут? А вот тут, да. Пойдемте собирать. Ешек гуглит мультик. Да, я ищу. Я нашел уже картинку, сейчас я найду название. Хорошо. Стальной гигант. Да! Я хочу сказать стальной алхимик, но нет, алхимик — это аниме. Это 999 год, если что. Вау. Кстати, вот мой фонарь-ориентир. Вот он. Но я забыла куда-то. Кажется, вот сюда, да? Да, вот сюда. Кажется, сюда. А зачем вы? Капец, вы зачем? Вы открыли дверь вот эту. Так не надо было день делать. День же пришел, мы... А ну как что? Мы вышли бы? Как бы мы так вышли? Можно же выходить было... Кто машину несет? Я несу машину. Машину это несет? Это тебе, подарок. Ничего себе. Зачем? Спасибо большое. Внезапно, очень приятно. Спасибо большое. Пожалуйста. Смотри, ой. Ульяна, ты где? Я вообще-то хочу сейчас купить бургерное дерево. Вы где такое видели? Что? Тут, наверное, на дереве бургеры растут. А вот кресло еще принесла. Дерево растет, но нет. Ой, это же мне? Спасибо большое. Пожалуйста, могу еще машину привезти? Я бегу. Ульяна, оценила. Спасибо. Я бегу. Так, вот я. Ой, летающее дерево. О, летающее кресло. Что происходит сегодня со словами в моей голове? Смотри, машина. А если на нее забраться, то... А, уже нет. А то просто меня скидывало. О, бургерное дерево! Ульяна, спасибо. Оно растет, наверное, его надо как-то подкармливать или поливать. Наверное. А как можно его полить, типа? Случайно. Может, посадим его хотя бы на наш дом? Ну да. Давай попробуем. Очень много еды, ребят. Безумно много еды. У меня 7 даже как-то бургеров. Нечестно кажется. Ну да. Ну, ой. У меня типа 14. А, вау. Я не особо их собираю. Так, диванчик. О, вот же еще крафт есть. Нет, там, блин, крысы пожирали. Ой. Ну, кстати, у нас получается здесь не как в Икее, что днем безопасно, а ночью опасно. Днем здесь тоже опасно, потому что крысы, они такие, они, ну, опасные, собственно. Опасные, действительно. Логично. Я нам звоночек принесла, смотрите. О! Ну-ка. Это колокол вот тот самый, как... А, нет? Да! В магазине тоже такой. Я на него нажимаю и покупаю. И вот нам прибежал магазин, принесли. Крафт иногда магазином называю, иногда магазин крафтом. Это одно и то же на самом деле, потому что ты там покупаешь за бутылки и, ну, собственно говоря, крафтишь. Ну, то есть, за бутылки же. Ну, типа, бутылки кладешь, что-то забираешь. Ну, получается, магазин скорее, да, чем крафт. Ну, ладно, неважно. Капец, там за 47600 можно купить пулемет какой-то. А где ты это нашел? А вот позвони в звонок. А, серьезно? Ага. Ой, ребята, у нас... Ой, не влезает уже моя вот эта штучка. Ты чего делаешь? Давайте человек, переносной магазин. Давай.
Прикинь. Да-да, извините, простите. Кстати, простите. Да, если вы берете какой-то предмет, вы можете человека двигать. И вообще, извините. Кого угодно. Монстра тоже можете двигать. Вот смотри, я вот сейчас ладно. Да, предмет меня двигать. Смотрите, я там сколько бутылочную эту штуку сделала. А сейчас, секунду, так. Красиво, классно. А как собрать, забрать? А это только, наверное, я могу. На F нажимаешь и забираешь. 900 скрафтила! Сколько? 900? Ничего себе. Вот пока я отходила, уже 170. Обалдеть. Нормально. Подождите, давайте тогда я тоже куплю. Купите, да, и апгрейдите ее с помощью шестереночек. Будет очень много бургеров. Ага. А, у меня я бутылки все потратила на дерево. Так, надо бутылки теперь найти. Мусор, где ты? Вот он. Так. Кто это? Кто пришел? Где? Так это человек в магазин. Да. О боже мой, я испугался. Так, а еще раз, за 8 бутылок, да, вот эта штука? Да, по-моему, да. Да. Так, а его скрафтить, вернее... Что такое? Его, ну да, улучшить. Да, можно... я 2 раза улучшала с помощью шестереночек. Как шестеренки добывать, всё. Я понятия не имею. Ну, я их просто собирала. А вот у меня, да, они есть, у меня 36. Ага. Мне 12, блин. Подождите, а как? Не хватает. А, все, ага, улучшить. Пойду полутаюсь. Ух ты, ничего себе. Подождите, а я еще могу улучшить? А, не хватает. Ну ладно. Ну да, у меня только 15. Вот бы не потеряться еще. А ты ориентир себе оставь какой-нибудь. Давайте, наверное. У меня вот фонарик. Но я все равно не особо им пользуюсь, если честно. Ай, крыса! Блин, съела меня. Ну не съела, укусила. А, так, а я немножечко в смятении. Я не знаю, что делать. У нас, кстати, бургер. Бургерное дерево растет. Ты серьезно потерялся? А в какую сторону ты пошел? Так, я вижу твой ориентир. Зеленый. Да. Все, отлично. А, ну хотя, ага, может все, быть... О, все, отлично. Все. Слушайте, если что, там палет сверху. А вы можете еще такую купить? А, наверное, да. Я просто сейчас прикупила. Вау, слушайте, вот, собираю урожай. А, оказывается, бургерное дерево растет само по себе, представляете? О! Класс. Прикол. Ой. Я собрала и ты все. Ты уничтожила. Так, идем домой. Ну как домой. Я ничего и не уничтожила. Домой. Пустите. Ты, блин, как уточек, знаешь, так вот загоняют. Домой. Ребят, а я вон что купила, смотрите. Чавай. Вот гирлянду. Гирлянда? Спасибо большое. А я все на нее смотрела, она такая дорогая. Да, очень дорогая. Сразу уют в доме чувствуется. Конечно, да. Стиль. Вот лампочка, гирлянда вот задает гирлянда. Стиль этому дому на самом-то конечно, деле. Конечно, а еще вот кровать и кресло вообще замечательно. Ну это да. Уже выглядит прям правда, серьезно. Какая-то штука, которую, кажется, я принесла. Ну это ничего, она непонятная, тоже но, ну да, можно придумать, что это тумбочка явно. Для телевизора, например. О, ребят, тоже я еще кое-что купила. Это было очень дорого. Колокольчик. А что это? А что это такое? Во. Диско-шар или это просто? Это диско-шар. Сфера. Ну, это стиль. Да. Не, ну я считаю, это прям, ну, это, ну, дорого смотрится. Вот так вот, я хочу сказать. Тут, если время потратить, можно такой дом построить. Да. Особенно, если все сохраняется. А, да, если все еще сохраняется, это, конечно, да. Оно сохраняется, ну, вроде бы. Потому что мы умерли, потом зашли, и тут все сохранилось. Ну, в принципе, мы можем проверить это, когда зайдем сюда в следующий раз. Вот. А пока что, я думаю, на этом будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.